Дагестанцев, спасших падавшую из окна многоэтажки девочку, наградили в мэрии Махачкалы. Такой подвиг не мог остаться незамеченным. Ведь если бы не мужество спасителей, трагедии было бы не избежать. Обо всем подробнее Патимат Ханапова. Они детей не бросают, а наоборот ловят, преподнеся своими героическими действиями, так сказать, награду. Как для родителей, так и для самой девочки. И вот награды и признания теперь ждут их. Памятные подарки, почетные грамоты, многочисленные слова благодарности. Первыми героев пригласили в мэрию города. Чтобы такой героический поступок сделать, не обязательно быть каким-то большим руководителем, каким-то любой человек. Главное, чтобы вы, как вовремя подоспели подрастающего поколения, то есть большой пример, чтобы вы так не растерялись, подбежали и спасли жизнь ребенка. Не оставили отважных работников без награды и представителей их руководства. Так, генеральный директор Махачкалинской транспортной компании пилот Боговыдин Магомедов решил их финансово отблагодарить. Очень приятно, что такие мужественные ребята, водители, работают у нас. И не хотим оставаться на стороне, и хотим маленькое материальное поощрение, премию им вручить. И этим самым наша ценность для этих работников, этих водителей для нас очень велика. Спасибо еще раз за это. Признательность героям за проявленные ими в экстренной ситуации качества выразили в правительстве Дагестана. В этой ситуации может оказаться каждый, но как поступит человек, это, наверное, зависит от воспитания. Большое спасибо вашим родителям и вам, собственно. Не имея подручных средств, не имея навыков, вы совершили действительно серьезный героический поступок. Мы сейчас будем ходатайствовать перед министром нашим о награждении вас нашими наградами. 27 декабря, наш день спасателей, мы вас пригласим, взяли такие, вручим наши награды. Большая благодарность от наших ребят, спасателей. Это серьезно, очень наш поступок, очень серьезно. Напомним, что новости ННТ первыми рассказали о скромных и храбрых дагестанцах. Водитель маршрутки Тагир Магомедов и диспетчер транспортной компании Адемир Кулдуев. Они шли с работы на обеденный перерыв. Тогда и заметили свисающую с окна пятого этажа девочку. После чего, не раздумывая, решили голыми руками поймать падающего на огромной скорости 17-килограммового ребенка, что им и удалось. Отметим, что здоровью пятилетней Айши ничего уже не угрожает. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.